Всем привет, с вами Мимик. Сегодня мы будем тестить аренку в игрушке под названием Lost Ark. Чтобы попасть на аренку, нужно из лобби подойти сюда вот и выбрать одну из трех аренок. То есть арена бывает вообще трех видов. Обычная аренка, где вы можете в пати или в одного зайти, как бы на нее зарегаться. И у вас тут будет поединок 3 на 3, чисто мясо. Кто за время типа наберет больше киллов, тот и победил. Полети, извиняюсь, на чат отвлекаюсь. Вторая — это королевская битва, где вообще чисто один на один дерешься. А третье — ристалище, это команда на команду, но бой по одному. Также если берс вынесет. Так, вот у нас битва. Попадаем все в такую лобби. И начинаем. Играю я за аватара класс. Руки у меня не особо. Оп. Валяемся. Да добей ты его. Беги, солнышко. Натя. Сейчас завалит меня. Это что такое? То есть, как мы видим, тут вообще мясо на мясо идет. В идеале, конечно, тут должна быть ваша собственная команда, которую вы нагибаете. Да ну. Да, просто ушатали в троечка. Ну ладно, бывает и такое. Минус. Нашего бафера бьют, надо помочь. Наш второй там чувак делал, интересно. Не попал. Застань его. Вот. Ты против меня хочешь, чувак? Ай-яй. Это... я ступил. Давай, добей, родимый. Нет, не добью, да? Жалко. А, это наш был. Чуть в нашего бомбы не кинул. Тут бывают попадаются такие темки. Которые дают нам хил или бомбочки, которые можно кидать и оглушать цели. Так. Вообще влетел. Некрасиво так влетел. Блин, ну проигрываем. По-тихому. Как бы выиграем, значит, один килл. Наравне. Тушаем цели.
Да как ты меня бьешь? Вставай, родимая. Блин, вообще больно. Воина бьет. Минус. Минус, вражина. Стрелька, дай мне хил. Хил. Вот, немножко хил. Красиво влетел, очень красиво. До врагов, конечно. Это мы видим, когда умираем, у нас не ульяс есть. Сложно одновременно что-то рассказывать и следить за боем. Минус, минус урак. Ай, блин, отрямбать. Как? Ну я же... Ударил, о. Красиво. Время вышло, и мы первое место заняли. Девять киллов. Я даже сам первый, получается. То есть тут мы, получается, когда его первый раз вообще... Заходите в игру и пробуете как бы драться, у вас 40 ранг. И постепенно, побеждая на рынке, вы повышаете свой ранг до первых мест и так далее. То есть первые 10 как бы рангов пролетают, ну, с 40 по 30 очень легко. Там буквально там боев 5 там, если вы хоть что-то там делаете. Сейчас я напишу, как... Так, довольно быстро как бы сейчас находят на видео. Поединки, это хорошо бывает, потому что и по 3 минуты ждешь. Так, у нас два аватара, министрель там, министрель, персерки, механист. Будет довольно сложно, потому что механисты этой стрелки Коколю огонь творят. А также на этой аренке есть вот такая вот анимация, которая бесит просто. Так, бафаемся. Минимум. Минус. Помогли мне. Ай-яй-яй. Больно, больно. Потом еще и воин подошел так. Глушим его. Ох ты ж. Убегаем, убегаем. Нет. Берем бомбочку. Бери бомбочку. Нифига себе. Так, я пока что чё, никого даже не добил.
наша команда, если честно, как-то вообще прям проигрывает. Так, в одного, конечно, бегать неинтересно. Так, меня по ходу пол получается пытается зажать, да? Куда наша министрелька-то полезла? Ай, оглушение, я... Ну, как я и сказал, лучник тут довольно большую гадость делает. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, нет, хлопцы. Вообще, стрелок врубил свою ульту. А, у нас еще и типуля вышел. Пим-пим-пим. Так, давайте. Как нам? Их бесит, это да. Как же больно вносятся. Нет, тут Unreal. Вдвоем драться, конечно, против троих. Да ну, прям вообще все. Эта катка как вообще не нужно делать. Наверное, по трем разным режимам, наверное, выпустить лучше три разных видео. Пошли нафиг. Ну, как ты меня сбила? Одного слили. Вот это умение стрелка прям вообще жестоко. И контроль, и урон. Ай, взяли в контроль. Почти, почти добил. Ага, почти. О, красавица. Наша ударила. Сейчас нужно быстро врываться. Ага, она уже отрегенилась. Да, сейчас свою лужу сделает. Вообще жесть. Ну тут вообще реально то, что фиг сделаешь. Ну да ладно, в принципе, поражение — это тоже опыт. Лобби тут все тестят, тестят урунку.
Премиум. Турелики там есть у места. Жалко, что вот эту анимацию нельзя проскипать. Она, конечно, блин, вообще не понимаю, зачем ее сделали. Покажи там один раз, ладно, там в день. Так, против нас два аватара и Мистраль. А, ну, в принципе, как и у нас. Как раскастовывается. А, я валяюсь. Да жесть, в двоечками меня пинает. Победили. Ой, не туда стрельнул. Да блин, жесть. Да, как мама написала наша министрелька, то что этот аватар довольно жесткий. Ну, знание и понимание класса, конечно, решает. Красавица. На. Убили. А кто там? Кто там остался? Никаких не хочу читать. Угу. Подзабафали. Ты в свой огонь пошла, дурочка? А, убили. Так как я далеко не скилловый игрок, конечно, в принципе. Понятно, почему меня убивают. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, замедление, жесть. Почему я не попал-то? Давай застанем. Ай-яй-яй-яй-яй. Убегаем. Минус. Минус второй. Есть. Жестко-жестко. Сейчас убьют. Блин. Этот ветерочек залез, ветерочек постепенно урон наносит. Но я думал, хотя бы успею тут прожать свой. На. Почему умение не прожалось-то, можно узнать?
Ай. Жестко, жестко. Дамаг вносим. Шесть, 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 шесть. Вот сколько контроля тут, да? Прям вообще жесть. А, поражение. Почти, почти. Тем не менее, из своих я попадаю постоянно, более-менее, почти постоянно на первое место. Давайте еще попробуем. По умениям бы вот это, кстати, бы поменять бы себе. А ну, кстати, я успею поменять. На молнию. Что с огнем, мне кажется, то, что я куда-то там отлетаю, прям вообще жесть. Видим, что довольно, в принципе, быстро находят относительно. Не по 10 минут, не по 20, это уже хорошо бои. Так, аватар, механист и министрель против нас. Видим, что у них 1.20, 2 сороковых, то есть вообще новички зашли. Ну, новички это не значит, что они полные нубы. Давайте напишем. У нас как бы тоже берсерк. Ой, бывали случаи, когда из такого ранга как бы показывали такой красивый бой. То есть, понятное дело, то, что люди, может, там скорее пришли уже в эту демку потестить бои. Мне бы выцепить мага бы. Блин, бегают в троечек, а так. Опа-опа-опа, убегаем. Минус лучник. Ай. А где все мои уже люди-то? Напарники, вы что там делаете-то? Берс. Бьем. Уйдем, уйдем, убьем. Ага. Поможем. Молодец, чувачок. Бомбардировка.
Мало хп, умру. Так, ну хотя бы застанил. А, правда, это ничего не дало. Минус. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот фурия жестко, но не фурия, чё. Прям вообще просто застанили. Как боженьки. Так, поможем нашему персу. Валим лучника. Блин, умений нету. Ладно, тратим это умение на молодец, молодец, берс. Где наша? Да бей ты его, во, красавец. Добивалка. Ай-яй-яй-яй-яй. Живи, Саша. Блин, хотел ульту использовать, ну ладно. Минус. Еще минус. Нифига себе. Есть победа. Ну вот, хоть и берсерк, в принципе, за такого ранг, он столько же киллов наделал, как и я. Ну, в принципе, он добивал меня, ну, в принципе, тут не главная цель, только сделать киллов. Потно. Ожидания довольно неплохие бои тут. Походит, динамика очень, конечно, завораживает. То есть если идет. Это отойдет. Я на самом деле не ожидал от Lost Ark'а как бы PvP такого динамики PvP. Так, она, наверное, отошла. Я думал, что это как-то, блин, как-то вяленько. Все будет беспонтовенько, но послушав таких людей, как бы, не зря я потестил как бы сам. Реально, меня с первых как бы минут. Ну да, отошла. Аж, конечно, все потому, что тут классы вот эти вот, который у нас есть, как бы довольно
похоже с другой ММО игры. Мы все знаем Black Desert. То есть аватар жутко похож по своим умениям на фурию. А воин похож на своего, ну, на свой аналог воина ВДО по умениям. И мне, наверное, в принципе, так как я неплохо играю фурией, ну, я так думаю, что я неплохо играю. На самом деле я рак. Пока никому не говорите. То динамика меня сразу, в принципе, завлекла, так скажем. Только то, что по умениям, как бы, когда... По умениям тебе сразу как бы в демке кидают 50 уровень. Такое количество умений, ничего толком не говорят. Кто что делает, и ты просто на своей... Так. Шкуре как бы проверяешь. Боевку, умения, то да. Тут видно. О чем я говорил? Не очень хороший, наверное, момент одновременно переписываться с кем-то и как бы записывать видео, как бы, ну. Так как пока что у нас есть патя, потому что без пати, в принципе, тут очень редко получается что-то либо делать. Обычно там с рандомами попадаешь, как бы, какой трэш творят. Не всегда, конечно, как бы, но все же. Правда, наш третий берс довольно пригорел, то что у нас вначале не получалось. Куда-то убежал, но в принципе, со всеми бывает. Но мой совет, не горите никогда, если вы там проигрываете. Потому что как бы вы не играли там, какие бы у вас там руки там не росли, какого-либо там части тела, всегда найдется тот, кто будет сильнее вас. Это как бы закон. И так скажем, закон жизни. Поэтому, ну, проиграли, значит, вы хуже его. И вместо там пригорания вы подумайте, оцените ситуацию, подумайте, как в следующий раз как бы победить его. Небольшая философия. Так, тем временем у нас начинается следующий бой. Блин, мы не очень в выгодном положении, потому что у нас как бы аватар не стреляет, аватар. В идеале, наверное, аватар. Я знаю даже, какие тут комбинации людей лучше всего класса. Опа. Ай-яй-яй-яй-яй. Влетел я некрасиво. Блин. Хотел все-таки победить министрельку. Получилось. Получалось, говорю, не получилось. И нас раскатали, как детей. Так. Ну, живи. Минус один. О, минус второй. Вот собака. На. Оглушил. Если бы я еще бил не автоатака, конечно. Это прикольно. Чтоб еще бы найти бы хил бы. Было бы прикольно. Вдвойне причем. Так, ладно. Отвлек на себя игроков. Тем временем, блин, наша вторая аватарка особо ничего не сделала.
Куда ты? Бегим, бегим. У одного сложно что-то сделать. Исчезла хилка. Где там наша? Блин, как это так? Как это получилось так? И тут мы видим, что мы проигрываем, правда, не намного. Отставание, но все же есть. Опа. Застанился. Давайте, давайте, почти воина добили. Добил. Добил воина. Отхилился. Начинаем дальше нагибать. Это умение жесткое. В принципе, все умения жесткие. Зря я так сделал. Да, очень зря. Нас просто раскатали. Так, так как я сейчас один буду на ремке, это неинтересно. Ай. Блин, жесть. Или... Ай-яй-яй-яй, зря, зря, зря я, зря, да. Ну, все-таки почти. Бой, в принципе, тоже неплохой был. Да, поражение. Так, ну что, можно, в принципе, сыграть. Еще один бой, наверное, можно на этом закончить наш этот вид аренки и приступить к следующему. Это нужно как-нибудь красиво закончить, чтобы там победить. Можно бывает, конечно, победить туда. Попадаются довольно рукастые игроки. Особенно те, которые поиграли на Корее. То есть, понятное дело, то, что у них там знания класса в разы там круче и лучше, чем у тебя. Перепродаем билеты. Разрабусь юмором. Украшаем колесей. Финальный раунд, так скажем. Ой, против нас там какой-то 26 ранг. Майор. Так, аватар, берсерк, министрель. У нас механист. Вместо механиста я, конечно, почел бы берсерка, наверное. Потому что сейчас типа врыв должен, по идее, как по-нормальному проводить я. Не кто-либо из наших. Знаю, как насчет министрелей. Мне они не особо полезными, если честно, кажутся. Там берсерк, там аватар.
И стрелок, как бы, мне кажется, Тима намного поприятнее будет. Посмотрим, как оно в дальнейшем будет. Так как это не все вообще классы-то, а только в демке такие. Так, что у нас может лучник? Каждый стрелок, в принципе, смотрю. Минус одна. Больно, больно. Минус вторая. Состанил двоих, чувачки. Терпите, пейте. Ай, не дали победить. На, забрал, 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 текай. Подхилился, вообще красиво. Минус. Еще минус. Еще минус. Оглушил ее. Ну куда ты ударила, дурочка? Так, текаем, текаем, хлопцы. Что тут у нас происходит? Блин, хилку бы взять. Не успел. Но все же, 7 киллов. Минус. Минус еще одна. Застанил? Нет. Ай-яй-яй-яй, попался. Как-то некрасиво. Бежим, бегим. Бегим, бегим, бегим. Похил. Похил, говорю, подхил. Да ну пошел нафиг, воин. Отдадим такое умение. Захил. Где эти гады? Спасем нашу министрельку. Бежим. Просто адовый дамаг. Так, тут хилка есть? Да, есть. Красавцы. Ай-яй-яй-яй-яй. Увлекся воином, просто увлекся. Минус. Не очень видео, конечно, получается
многословно, так скажем. Победа. Хорошая была битва, если честно. Прям вообще супер. Мне понравилось. Ну, в принципе, друзья мои, на этом можно заканчивать наше видео по этому режиму арена. Ставим лайки, комментируем, тебе понравится, кто дизлайки ставим, кому не понравилось. Пишем комменты, подписываемся, заходим на Twitch. И до новых видео, пока-пока!